Один за всех! И все за одного! Турнир новогодний, а кубок от самого Деда Мороза и Снегурочки. На спортивной базе «Юность» в микрорайоне Бахчеванжи главный тренер хоккейного клуба болельщиков «Авангард» из Балашихи настраивает команду на результативную игру. Мы настроены на победу, одержали перед этим победу с сильным соперником, с ветеранами Щелковского района, командой «Центр». И сейчас играем очень хорошо с командой «Авиаторы». Я думаю, что победа будет за нами, мы приехали побеждать. Буквально за день. Путем нескольких звонков я узнал, что будет много команд, много участников. Конечно же, меня это порадовало. Прошла уже первая игра. «Авангард» встречался с «Центром». «Авангард» победил со счетом 5-2. Пока хоккеисты выясняли между собой, чья команда сильнее, на заснеженном поле местные мальчишки забивали голы в мини-футбольном турнире. Судил игру с участием четырех команд авторитетный тренер спортивной школы Олимпийского резерва Виктор Коржуков. Аут! Новогодний турнир – зимняя традиция, к которой игроки непременно готовятся. Не, соперники тоже хороши, но мы были лучше, но им не везло просто с какой-то стороны. А так, да, мы молодцы, выиграли. «Юность» изо всех сил держала оборону, но в конце концов уступила главный кубок «Звезде». Впереди награждение, на которое спешит сам зимний волшебник. Дед Мороз к вам из леса пришел, еле-еле дорогу нашел. Хоккей, мини-футбол и другие развлечения здесь, в детском городке «Юность». Конечно же, приехал главный зимний волшебник Дед Мороз. Он раздает детям подарки, ну а дети, конечно же, в восторге от происходящего. У него красный нос. Я сокатал две копирки. Копирка сейф и копирка коска. Те, кто помладше, приняли приглашение от зимнего волшебника участвовать в веселых стартах. От желающих не было отбоя. Спасибо за праздник. Всех с Новым годом. С новым счастьем, здоровьем, благополучием, исполнением желаний. Интересно, зажигательно, весело. Сладкие гостинцы детям, победителям и призерам турниров, заслуженные кубки от Деда Мороза и Снегурочки. Капитан получает грамоту за досрочно занятое первое место на Кубке Деда Мороза. Кубок Деда Мороза по хоккею уезжает в Балашиху. У щелковской команды «Центр» призовое второе место. Сезон в самом разгаре. Впереди еще много наград. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.